что подарить всей семье, что пригодится каждому из домочадцев. Конечно, ноутбук-то мой выбор. Внимание! Смотрите, вот он, красавец, белоснежный, семейный, яркий, стильный компьютер, друзья. Давайте обо всем по порядку, посмотрите, какой он хороший. Посмотрите, какой он яркий, дисплей невероятного качества. И, кстати, картинка здесь точно такая же, как и на большом телевизионном экране, потому что его можно подключить к большому телевизионному экрану. Итак, огромный дисплей. Тончайший, посмотрите внимательно, корпус, просто невероятно тонкий, весит он очень и очень мало, и при этом, друзья, это тоже очень большое значение имеет, у него мощнейший аккумулятор в 2 раза мощнее, чем у обычного среднестатистического ноутбука. И поскольку сегодня день подарков в рубрике «Электроника», сегодня мы дарим вам беспроводную мышь, только при заказе во время прямого эфира, и мобильный телефон. То есть вы покупаете по специальной сниженной цене ноутбук за 13 999 рублей, получаете еще телефон мобильный и беспроводную мышь, друзья мои. Это невероятная возможность у вас. Также у вас бесплатная доставка. Вы экономите 7600 рублей. 7600 вы экономите, если успеете приобрести этот ноутбук во время нашего прямого эфира. Итак, белоснежный, яркий, стильный ноутбук, но вы скажете, белый, это же марки цвет. Внимательно, он матовый, поверхность не собирает на себе следы жирных пальцев, поверхность не собирает на себе мелкие потертости и царапины, а это значит долговечная. Долговечная белая крышка задняя, долговечный белый корпус. Это инновационный пластик, друзья. Это очень тонкий, очень легкий корпус. То есть вы с ним можете даже прогуливаться. И потом посмотрите внимательно. Это обычный ноутбук, а это наш ноутбук. Он может полностью разгибаться, полностью раскладывается этот ноутбук и превращается фактически в планшет. Это действительно так. Он легкий, настолько легкий, что можно сравнить его с планшетным компьютером, но настолько мощный, что даст фору любому стационарному большому и громоздкому компьютеру. Итак, друзья, большой дисплей — это всегда важно. Большой дисплей — это всегда здорово. Почему? Потому что чем больше дисплей, тем больше удовольствия от просмотра мы получаем. Тем более, что этот дисплей и этот ноутбук можно подключить к большому телевизионному экрану. Кстати, им будет удобно управлять с помощью беспроводной мыши, которую вы получаете бесплатно в подарок при заказе во время прямого эфира. И плюс вы еще получаете мобильный телефон. Вы в подарок получаете и мышь, и мобильный телефон, но только при заказе во время прямого эфира. Итак, друзья, посмотрите внимательно, насколько хорош он, насколько ярок, насколько приятный белый цвет. Кстати, от него не устают глаза. Он поднимает настроение одним своим видом. Мне лично он однозначно нравится. Я вам его советую, потому что это действительно самый щедрый и самый семейный подарок, который вы можете приобрести сейчас по максимально сниженной, максимально выгодной цене. Всего за 13 999 рублей. Итак, друзья, внимание. Экономия. Этот семейный ноутбук помогает вам экономить на кино. Каким образом? Давайте считать. Перед Новым годом всегда есть традиция у многих семей в нашей стране ходить в кино всей семьей. 4 человека, билет по 500 рублей, это не самая высокая цена билета. Итого 2000 рублей только на билеты. Плюс попкорн, плюс дорога, это как минимум еще 1000 рублей. В сумме на семью из 4 человек получает 3000 рублей, друзья. А здесь бесплатно, в любое время, не нужно подстраиваться под сеанс, не нужно подстраиваться под время кинотеатра, не нужно сидеть с непонятными, незнакомыми людьми, друзья мои, не нужно с ними сидеть и в одном зале. Вы сидите дома, в уютной атмосфере, с помощью этого ноутбука, на большом экране, друзья мои, вы легко и просто можете взять и смотреть любимые фильмы, смотреть любимое видео, все, что захотите. Вот я его здесь оставил, вот он у меня здесь остается, прямо около телевизора, мы его подключили. Дальше я устраиваюсь в своем любимом кресле, вот мое любимое кресло, и дальше смотреть, что я делаю. Друзья, смотрите, просто могу увеличить изображение, могу уменьшить, то есть я управляю полностью этим ноутбуком с помощью вот этой беспроводной мыши. Беспроводная мышь
вы получаете абсолютно бесплатно в подарок, так же, как и мобильный телефон. Два подарка за один ноутбук, плюс бесплатная доставка, плюс невероятная экономия, друзья. Невероятная экономия. Итак, давайте что-нибудь посмотрим. Хочу посмотреть фильмы. Какие фильмы я хочу? Новые какие-нибудь, яркие? Вот, пожалуйста, друзья мои. Есть возможность еще один новогодний фильм, более современный, посмотреть, менее, может быть, классичный. Посмотрите, как легко и просто можно, не вставая с моего любимого кресла, не вставая с дивана, управлять ноутбуком полностью на расстоянии, при том, что мы подключили его к большому телевизионному экрану. Также обратите внимание, что вы получаете в подарок эту мышь, с помощью которой я управляю ноутбуком, и еще вы получаете мобильный телефон. Бесплатная доставка, два подарка только при заказе во время прямого эфира и оплата только при получении на почте. Это гарантия вашей безопасности и ваших нервов, чтобы они были спокойны, целы и невредимы, друзья. Посмотрите, старый стационарный компьютер. Занимает много места, часто зависает и тормозит. Да и просто надоел. Надоел, потому что тут еще огромный монитор нужен, много всего, чего, в общем, уже не нужно. Это старое. Это уже старое. А зачем нам старая, ненужная техника в новом году? Она нам больше не пригодится, потому что у нас есть потрясающий, легкий, стильный, изящный ноутбук. И теперь внимание, смотрите сюда, друзья, это фантастика. С помощью этой мыши, с помощью этого ноутбука я превратил телевизор в приставку игровую, потому что все, что происходит на экране, на дисплее этого ноутбука, дублируется и абсолютно синхронно отображается на экране нашего телевизора. Сколько стоит игровая приставка? 15, 20, 25 тысяч рублей. Зачем вам она, если есть вот это чудо? Настоящее чудо техники. По-настоящему семейный ноутбук, друзья, для всех. Для каждого члена семьи. Для хорошего настроения. Для развлечения. Для общения. Для работы. В любое время, в любом месте, друзья. Не вы подстраиваетесь под время, а время подстраивается под вас. Итак, друзья, торопитесь. Звоните и заказывайте удивительный, яркий, стильный, современный, друзья, ноутбук. Скажите, как вы поздравляете друзей, родных и близких, которые находятся на большом расстоянии от вас? Каким образом это все у вас происходит? Я обычно звоню по телефону, но это неудобно. Особенно если это межгород, если это другая страна, это дорого и накладно. И после курантов дозвониться практически невозможно, потому что линии сотовых операторов, они перегружены. Так вот, здесь совсем другая история, потому что вы, во-первых, будете звонить абсолютно бесплатно через домашний бесплатный Wi-Fi роутер, интернет бесплатный. И еще, вы будете не только слышать своего собеседника, вы будете его еще и видеть. Итак, вы будете видеть своего собеседника, вы будете видеть человека, с которым вы разговариваете с помощью этого ноутбука. Я так поздравляю друзей, родных и близких, которые находятся на большом расстоянии. Кстати, прошлый Новый год мы встречали, к сожалению, наши родные не смогли приехать к нам. И мы встречали два раза новый 2017 год. Первый раз по местному времени, там на Урале плюс 2 часа от Москвы. Второй раз по московскому времени. Причем мы на конец стола поставили ноутбук, также сели за стол, и наши родные сидели в другом городе тоже за столом, также перед ноутбуком. И такое ощущение складывалось, что мы сидим за одним большим праздничным столом. Это здорово, это работает. Этот ноутбук творит настоящие чудеса и сокращает расстояние до минимума. Итак, друзья, только сегодня специально для вас невероятная цена, невероятная экономия, друзья мои. 7600 рублей, 7600 рублей, это фантастика, бесплатная доставка. Плюс в подарок мышь и мобильный телефон. Итак, друзья, яркий, стильный, современный ноутбук, огромный дисплей, мощная батарея в два с половиной раза мощнее, чем у обычного ноутбука. Тончайший корпус, легкий, всего 1,5 килограмма. 1,5 килограмма весит этот ноутбук. Его можно подключить к большому телевизионному экрану, использовать как домашний кинотеатр, использовать как игровую приставку и таким образом экономить огромное количество времени и денег. На одном кинотеатре вы окупите этот ноутбук буквально за 4 фильма.